А, карты, значит. Хорошо. Так, запускаем Moonshroft. И сейчас пройдемся по стареньким картам. Ребята, кто меня смотрит давным-давно, то должен сейчас просто словить нотку ностальджи. Потому что прямо сейчас мы с вами будем смотреть старые карты. Я постараюсь загрузить все карты старые, которые у меня только когда-либо были. Ребят, первая карта, куда мы заходим. Так, хорошо, хорошо. Скорострел. Кто последний у меня здесь есть? Что такое кто последний? Кто последний? Что кто последний? У меня есть здесь какая-то карта, которая называется «Кто последний?». Проверим, что это такое. Как думаете? Я нашел какую-то карту, которая открывалась полтора года назад примерно. Нет, не полтора, год назад. Что это за карта? Кто помнит? Мы, походу, здесь то ли с Катей выживали. Кто помнит, для чего была использована вот эта карта? Я не помню. Кто помнит? Выживание? Да не выживание это с Катей. Я не помню, что это. Ты дарил Кате подарки, когда ты с Катей соревновались. А, когда мы с Катей соревновались, всякую дичью. Там типа, она мне там лапшу на уши вешала или мазала меня зубной пастой. И у меня было там 3 минуты, чтобы выжить, да? Вот для чего эта карта была. Я все понял, здесь не такая уж большая ностальгия, потому что этой карте ровно год. Давайте зайдем тогда на скорострела. Давайте зайдем. Заходим на скорострела. Я не знаю, что это за карта скорострела, это какая-то старая карта скорострела. Давайте посмотрим. О-о-о! Вот это уже реально минутка ностальжи. До сих пор здесь смотрите, что на полу валяется. Спустя столько лет до сих пор на полу валялся дробаш. Ёшкины карты. Кто-то помнит эту карту скорострела? Все, слезки потекли, слезки потекли. У всех, у меня уже слезки сейчас потекут. Кто помнит эту карту скорострела? Там карты на самом деле менялись каждую серию, можно сказать. Я строил новые карты каждую серию, типа другие тематики, другие локации. Но и на этой карте у нас вышло то... А, так вот же они! Все находилось в одном месте. Это первая... Ностальжи просто, ностальжи. Короче, это, как я понимаю, какая-то первая карта скорострелов. Это, наверное, была самая первая серия скорострелов, да? Это самая первая серия скорострелов была, я не помню. Ну вот, здесь был один на один, мы сражались, один на один, вот. А здесь, походу, вторая серия скорострелов была. Да, здесь уже мы втроем были. Здесь кирпичные, кирпичное оформление, здесь еще ничего такого. Да, это вторая, потом у нас пошла третья... Третья у нас вот здесь. О, я помню вот это. Вот это мне карта очень сильно нравилась. Я помню вот эту башню. Здесь у нас в башне еще снайперка валялась. Я помню, да. Вот это крутая карта. Это прям как ледяной какой-то дворец. А вот это все. И это последняя карта скорострелов. После этого, как я понимаю, скорострелов не было. Хотя нет, там еще вроде пару серий выходили. Это четвертая карта. Все, как вы видите, находилось в одной локации. Друг от друга. Вы не видели предыдущие карты, потому что они находились за... Вот. За стенкой. Хотя, если залезть на вот эту башню, здесь можно было видеть остальные карты, но это как небольшая такая пасхалочка. И, в принципе, здесь тоже вот башни есть. Вот эта карта мне тоже очень нравилась. Тут можно было видеть карты с предыдущих серий. Вот, тут тоже снайперка где-то была. Вот. И вот эта карта мне очень сильно тоже нравилась. Ну, в принципе, вот такие вот скорострелы. Так, ну давайте тогда... Давай тогда зайдем вот сюда. Ребята, держите слезы при себе. Сдерживайтесь. Сдерживайтесь ради общего блага. Не надо мне, пожалуйста, затопить весь стрим слезами. У меня золотая снайперка до сих пор. Я до сих пор являюсь королем снайпера, чтобы вы просто понимали. До сих пор! Ребят, не плачьте, пожалуйста, не плачьте. Я не скучаю по тем временам, но мне были приятны те времена, наверное, как и каждому, кто меня застал в то время. Но времена идут, все меняется. Меняется все к лучшему. Как говорится, что не делаешь, все к лучшему. Ребят, эта карта, наверное, самая моя любимая карта снайперов. Я здесь рвал металл каждую серию. Ядрёна кочерюшка, я бы сейчас так сильно здесь зарубился в снайперов. Вы себе даже не представляете. Я помню, как я достраивал все и больше нычек, потому что мы изучали уже все места, где можно было прятаться. Вот этого всего, вот этих нычек не было. То есть карта заканчивалась вот здесь. Я потом строил сюда лестницу. Вот здесь, на этом балкончике, мы начали прятаться. Потом вот этот весь этаж был задействован. И плюс к этому всему я расширил вот здесь еще территорию, и сюда можно было залезать вот так.
А потом я еще вот этот, вроде этого тоннеля не было, и он был с самого начала, честно, не могу вспомнить, но я его добавил. Потом я начал добавлять все на крышах. Кран. На кране только два этажа, где можно было прятаться. С крана. Я настолько хорошо продумал эту всю карту, я вроде ее строил, хотя не помню, сам я ее строил или нет, но я ее очень сильно продумывал. Вот, то есть можно было спускаться в любые места. То есть из любой точки карты можно было добраться в другую любую точку разными где-то тремя-четырьмя путями. Слушайте, как хорошо возвращаться на такие карты спустя очень много лет. Ну типа реально, дух аж реально захватывает. Там вроде есть еще какие-то карты снайперов. Сейчас я буду сразу же удалять все ненужные карты, на которых я уже играть не буду. А так, детектив здесь есть. Кто последний? Давайте я зайду, вторая карта снайперов здесь какая-то есть. Кто помнит эту карту? Есть люди, которые застали эту карту. Эта карта, она меня бесила на самом деле. Мне кажется, она всех бесила, потому что здесь очень, очень и очень много нычек, где можно было спрятаться. Прям очень много. Настолько много, то, что иногда доходило до того, то, что раунды затягивались на 10-15 минут. И мы записывали одну серию очень долго. Она большая, нычек очень много, много вариантов, куда можно спрятаться, и это плохо. Мы ее пытались всегда уменьшать, но вот это финальный результат. Кто помнит вот эту карту снайперов? Как она у меня подписана, это вторая карта снайперов, когда первая уже надоела, мы сделали вот эту. О, кстати, здесь лобби было, здесь было начало какое-то. Я не помню на самом деле, что здесь находится. Здесь мы брали все боеприпасы. Тут у нас, как вы видите, ножики. Тут у нас какие-то сундуки. Здесь у нас покраска для ножиков. Вот, типа ножик, карамбит у нас, ёшкины матрешки. Ладно, здесь у нас, здесь золотая снайперка моя. Здесь обычная снайперка. Нет, здесь другая какая-то снайперка. И здесь еще какой-то покрас для снайперки. Ну, короче, здесь много всего интересного, как видите. В общем, вторая карта снайперов. Мы двигаемся дальше. Дальше! Что у нас здесь есть еще за карты? Здесь у меня есть карты детектив. Смотрите. Так, мне бы вспомнить, где я прямо сейчас нахожусь, и мне бы вспомнить, какую сторону мне лететь. Вроде вот сюда. А, да, вот здесь. Вот здесь. Ёшкины картошки! Нифигашеньки. Здесь все как было, так и осталось. Ой, ребятушечки, ребятушки. Кто помнит вот это? Кто? Какая выживалка нафиг, ребят? Это не карта этого семейки с Катей. Вы совсем ошибаетесь. Вы очень сильно ошибаетесь. Нет, это не карта семейки. Это Эдуардо Перетьяно. Вот там, я помню, еще один дом был прям оборудован полностью. Вот этот, где я находил... То ли вурдалак какого-то, то ли оборотня. Вроде это здесь было. Хотя, может, это на старой карте. Это, скорее всего, на старой карте было. А, и здесь еще где-то в центре города был еще один оборудован дом. Я потом достраивал эту карту. Скорее всего, вот этот. Если... А, нет, не вот этот. Это он... А, ну тогда, и вот здесь на этой карте проходило начало выживания с Катей же посливка. Вот здесь был где-то наш дом. Нас с него якобы выселили. Да-да-да, вот этот подъезд. Но я не помню... Я не помню, какой дом, ребята. Кто-то помнит, точнее, какая квартира? С какой квартиры нас выселили? Кто-то помнит? Не смотрите, что все тут так непонятно выглядит, потому что я все это снимал с текстурпаком. И вот этот пол вообще другой должен быть. Я могу сейчас включить текстурпак, на самом деле, если хотите сейчас подождите. В общем, смотрите. Вот, вот. С текстурпаком намного все яснее. Ну, в общем, вот, здесь был наш дом. Здесь была наша квартира. Есть ли в чате люди, которые смотрели семейку выживания с Катей, которая, вот этот сезон, который закончился, с первой серии? Помните, да, вот этот дом? Так, ладно, мне кажется, отсюда можно выходить. Здесь все поняли, что это за игра. У меня есть какая-то карта, которая называется Катеридзе, и больше, чем год. Я сейчас зайду на нее, посмотрю, что это такое. Мне просто самому даже интересно, что это. Так. Это, как я понимаю, нубик, да? Конечно, у меня в руке калаш. Интересно, что он здесь делает, да? Закрывайте уши! Ясно. Так, здесь была свадьба вроде Антона и какого-то другого цвета. Это какой... Это второй сезон Нубика, да, как я понимаю? Здесь... Да, когда Катя строила дом вот этот из Спанч Боба. Да, здесь ванна. Слушай, ну ты смотри, какой хороший дом она построила. Нифига себе. Вот здесь у нас был Антон.
Вот здесь. Сейчас Антона здесь нет. Здесь был скрытый сундук, в котором до сих пор еще ведро воды находится. Неплохо. Здесь мы обучали Катю всему. Здесь у нас портал, здесь у нас вот этот паркур был. Что здесь? Я сам забыл, что здесь троллинг-кнопка какая-то. А здесь, да, здесь я дарил Кате машину. Так, следующее, что у нас здесь есть. У меня здесь есть еще одна карта скорострелы. Давайте посмотрим, что это карта. Это уже третья карта скорострелы. Так, ребятушки, кто-то помнит эту карту скорострелы? На этой карте выходило тоже примерно где-то 3-4 серии скорострелов. Где-то год с чем-то назад. Здесь мы играли в пятером. Вот красная база, зеленая база, оранжевая база, здесь у нас желтая база, и здесь у нас тоже, да, какая-то база была, или я не помню. Да, это скорострелы с подписчиками были. Помнит кто-то это? А что, это танк зайти можно было? А какая здесь нычка крутая! Чё я даже про эту нычку не знал тогда? Есть супергерой! Давайте зайдем на... Кто смотрел сезон с супергероем? Признавайтесь, кто смотрел? Ой, ну что, здесь у нас был сезон с супергероем. Серий там было не так много. Вот здесь, еще до сих пор здесь все оформлено. Здра, а ты кто такая? Я даже не помню, как его звали. Ты кто такой? Это бомж какой-то вроде был. И это бомж вроде какой-то был, NPC здесь валяются. А здесь грабитель у нас. Здесь у нас вроде просто полицейский участок. Здесь у нас просто какая-то комната. Ясно, хорошо. Вот на самом последнем этаже она вроде жила. Вот здесь? Да, вот здесь. Здесь, если пролететь до самого конца, 69-я квартира. Да, вот здесь Вика жила. Вот она. Хороший какой дом. Однокомнатная такая студия. Ля. Смотри, кто бы здесь жил? Новая защита. Опа. Кто помнит этот сезон? Если у нас уже ностальгия, тогда давайте ностальгировать по полной. Оп. А вот это третий сезон. И не только. Тут началась еще одна рубрика, которая выросла в то, что происходит сегодня в Грабителе. Третий сезон. Вот здесь был Катюшный дождь, кто помнит. Здесь Катюшный дождь у нас был. Вот именно возле этого дома. Слушайте, такой, а сколько этой карте? Да этой карте меньше года. Такое ощущение, что мы записывали на этой карте месяца два назад. Здесь не полететь. А что здесь было? Что в этом доме было? Кто помнит? Ну, какой-то подарок для Кати 100%. Но многие не знают то, что если полететь назад, или здесь уже ничего нет, или я лечу не в ту сторону. Да, вот эта карта начиналась вот с всего вот этого. Здесь была рубрика «Защита дома». Вот она. Потом я записывал вот эту рубрику, потом пришла Катя, и к чертовой бабушке с помощью динамита взорвала весь мой этот мир. И как бы все, до свидания, рубрика «Защита дома». Но после этого она якобы сделала мне подарок. То есть она меня повела вот туда за леса, за горы, за холмы куда-то вперед. Вот туда. Мы шли. И вот за этим всем вырисовался вот этот дом. Белый. А здесь... Степа! До сих пор яму охраняет. Уже год здесь сидишь. Как он здесь выживает без еды? Здесь балкон был, а здесь потом в конце бомжары. Труселя свои сушили. Короче, помните, да, вот эту карту? После этого у нас... После этого я решил Кате построить дом. Или она сама себе строила. Или я ей построил. Я не помню. Короче, я построил вот этот ей огромный дом. И вы... Слушайте, это я все вручную строил. Я каждый блок выстраивал. И просто посмотрите, что с этого получилось. Какую карту я вам еще могу показать? В принципе, все карты, которые здесь находятся у меня именно в этом Майнкрафте, я все показал. Все, сейчас прям вишенка на всем торте будет. Прям вишенка вишнявская. Яшкины картошки. Чем бы я занимался? Я бы никогда на обычном стриме не делал бы вот того, что я делаю сейчас. Этой карте, вот честно, она старше, чем... Не знаю, сколько ей лет. Просто скажите мне, сколько лет этой карте. Ну, хотя это даже не самые первые сезоны Пиксельмона. Это даже не... Но эта карта, это покемоны. Боже, какая она старая! Здесь мой второй... Слушайте, а я неплохой домщик такой себе забабахал нафиг. Это очень, очень-очень давно было. Вы себе не представляете, сколько я вот этот остров выстраивал и строил вот этот дом. Очень много. Ну ладно. Есть те, кто помнит эту.
Или... Или нет, нет вообще-то. Господи, подожди, этот... А, этот корабль почти... А нет, другой корабль. Короче, эта карта старая, как моя жизнь, походу. Хотя, не прям старая. Хотя, ну, года два и точно есть. Я даже забыл то, что она у меня здесь находится. Но карта прям огроменная, честно. Есть карта... А, вот она! Я не туда зашел! Я лучше этим пользоваться не буду. Ребята, короче, ну тут без слов, в принципе. Тут без слов, тут я могу даже в туалет уйти, вы сами будете вести стрим. Я не буду даже ничего говорить, я здесь буду просто молчать. Эту карту точно, ну, процентов 30 всего стрима, кто сейчас здесь находится, должен помнить, что здесь находится. Здесь есть одна хорошая карта, которую... Это прям дичь какая-то. Я даже сам не помню, где, что здесь, какие-то постройки есть. А, это Голливуд. Типа, а, ясно. Здесь куда-то вообще совершенно в другое место надо лететь, потому что все постройки, которые здесь были на этой карте, находятся где-то в заднице этого мира. Но я сейчас не вспомню даже. И вот эту карту помнит... Вот этой карте, честно, именно вот этой карте, это года три. А то и больше даже. Да, я нашел то место. Эта карта еще старше, чем троллинг, чтобы вы просто понимали. Ядрить меня в пупок. Это дом из Гарри Поттера. Это Фредди пиццерия. А, и вот магический какой-то дом. Это сосед, походу. Это привет сосед был. Точно не помню, но скорее всего. We say we love, we say we love.